чего только не придумывали люди, чтобы мерить время. Если воткнуть в землю палку, тень от нее в течение дня будет двигаться по кругу. Вот вам простейшие солнечные часы. Потом придумали водяные часы. В них время измеряли по тому, сколько воды вытекло из сосуда. А когда воду заменили на песок, получились песочные часы. Но по-настоящему люди научились мерить время только когда изобрели механические часы. Их делали огромными и совсем маленькими, наручными. Потом появились удобные электронные часы, которыми все мы пользуемся. А самые точные часы — атомные. По ним сверяется весь мир.